Вот наши утята, индийский бегунок, подросли уже. Очень любят воду, когда им ставишь воду, это просто у них ажиотаж. Хотя считается, что утки, которые не настолько сильные любители воды, но я не знаю, у меня просто других уток не было, поэтому мне сравнивать я могу только с цыплятами и перепелятами. Они разводят такое болото, что я им вот опытным путем стала стелить вот такие вот многоразовые пеленки для щенков, которые у нас есть. Сейчас как раз щенков пока нет, зато есть утята. Им тоже эти хорошо подходят, эти пеленки. Два раза в день я им меняю пеленки, стираю, на солнышке сушу. И у меня утята сидят в чистоте. Вот. Тот последний утеночек, который очень долго не мог вылупиться, которому я помогала, он все-таки вылупился. Вот он. Он просто меньше других по размеру. Но он активный. У него все хорошо и прекрасно. И я даже, честно, не ожидала, что он вообще выживет. То есть он первое время после вылупления просто вообще лежал. А сейчас вон активный, бегает, только чуть-чуть поменьше размером, поскольку он вылупился намного позже. То есть он на сутки позже вылупился самого последнего. И получается на 2,5 суток позже первого утенка. Вот. Но они, конечно, просто замечательные. Они настолько забавные. И такие ручные, и просто очарование. Очень быстро растут детки. Скоро, я думаю, мы будем уже переселяться на улицу. Погода хорошая. Вот такие малыши у нас.